для этой пары это уже не первый, даже не второй чемпионат, а уже четвертый чемпионат Европы. На двух последних они были 14-м. Ну, понятно, что поскольку парней так много, то 14 место – это не очень высокий результат. Очень неплохо они исполнили выброс тройной Ридбергер. Параллельный тройной тулуп. Тодес, который исполняется в короткой программе, это Тодес вперед и внутрь. Дорожкой шагов по серпантину завершили свою короткую программу участники из Белоруссии. Надо сказать, что на их примере можно проследить все 7 технических элементов, которые входят в техническую оценку. Начали они с очень неплохого исполнения тройного выброса. Затем был параллельный прыжок, у них это был тройной тулуп, тройная подкрутка, тодес и поддержка. За поддержку им дали 4-й уровень. Потом у них был предпоследний элемент, параллельное комбинированное вращение. Получили они за него 4-й уровень, а вот дорожка шагов им явно не удалась. И уровень у нее невысокий, только 2-й. Отличное начало было. Ну, здесь параллельный тройной тулуп. Здесь, конечно, партнер ошибся. Коснулся рукой льда. Но, правда, тренер фигуристов Инна Уткина была довольна, потому что в целом они справились с этим параллельным прыжком. И вот этот самый тодес вперед внутрь. За него они получают 3-й уровень. Исполнили они его неплохо. Это самая поддержка 3-й группы. Поддержка за бедро.
четвертый уровень им дали. Ну, дорожка шагов у них явно не получилась. Как-то скомкана была в самом конце программы. Их личный результат 48,18 балла. Женек, я тут на вашу. Я тебя люблю. За компоненты программы оценки они получают очень высокие. Все оценки от 4 до 5 баллов. Выше 5 баллов нет. Ни одного компонента. 42,58 балла, но это даже для них результат не очень высокий.